Некоммерческие организации могут претендовать на грантовую поддержку. Окружной департамент по науке и инновациям проводит конкурс на предоставление субсидий. Основная задача – развивать и поддерживать инновационные проекты на территории региона. Принять участие в них могут как юридические, так и физические лица. Претендентам необходимо представить работу, которая соответствует приоритетным направлениям инновационной деятельности на Ямале. Это сферы здравоохранения, жилищного строительства, транспорта, охраны окружающей среды. На одну инфраструктуру поддержки выделяется не более 5 миллионов 900 тысяч рублей. Значит, кроме этого, мы как инфраструктура, если проект стоящий, будет признан комиссией, что его нужно реализовывать в городе, мы как инфраструктура можем софинансировать этот проект. На гранты этого конкурса в нашем городе был открыт медицинский центр «Гармония». Заявки от участников на 2017 год принимают до 1 сентября. Подробные условия размещены на сайте окружного департамента по науке и инновациям.